пожаловать на канал Мыло Оп, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор сухого кокосового молока 25 грамм. Применение сухого кокосового молока в различных индустриях обусловлено в первую очередь его высокой пищевой и биологической ценностью. В пищевой промышленности широко применяется как самостоятельный сытый продукт, а также как вкусовая добавка вместо сливок, кофе или молоко. Кроме того, обладая приятным ароматом и вкусом, сухое кокосовое молоко используется в кулинарии, придавая выпечке утонченный аромат и нежность. Идеально сочетается с морепродуктами, мясными блюдами и соусами. В косметологии кокосовое молоко сухое идеально подходит для создания средств для сухой, а также пересушенной вследствие долгого пребывания на солнце кожи. Очищающие средства на основе лутана, геля алоэ вера или оксида цинка прекрасно справляются с уграми и комедонами. Кокосовое сухое молоко можно применять в очищающих масках, увлажняющих кремах, шампунях, бомбочках для ванны и детской косметики. Идеально ведет и управляет себя кокосовое молоко и мыловарение. При приготовлении мыла с нуля используйте следующие пропорции. Для получения нежного мыла 1 к 8, молочко и горячая вода. Мягкое и кремообразное мыло 1 к 4. Если вы готовите мыло с готовой основой, то порция воды будет выглядеть как 2-3 грамма сухого кокосового молока на 500 грамм основы. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем сухое кокосовое молоко нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!